Это не сходится ни с одним из природных инстинктов касаток. И я думаю, пришло время всем осознать это и бороться за них. Меня зовут Кристен Риттер для ПИТА. Мы организовали кампанию для повышения осведомленности о факте ловли и удержания касаток в неволе. Компания «Морской мир» поклялась прекратить программу разведения касаток, но этого просто недостаточно. Касатки – высокоразвитые, чувствующие, интеллектуальные существа, которые не должны содержаться в подобных условиях неволи. Эквивалентом была бы жизнь человека в ванной. Мы бы хотели видеть, как касаток выпускают морские заповедники, чтобы они могли проживать там свои дни в кругу членов своих семей, плавая и общаясь, без того, чтобы им приходилось выполнять трюки за... Ну, вы знаете, за угощение. Касаткам присуще проплывать сотни миль за один день. Им приходится плавать в бассейне вперед-назад 31 сотню раз, чтобы восполнить физическую нагрузку подобным упражнением. Они также являются существами, которые любят проводить время со своей семьей в течение всей жизни. На всю свою жизнь они остаются со своими семьями, но очень часто их разделяют, помещая с другими касатками, которые могут даже не разговаривать на том же языке, что и они. Примерно таким образом, как если бы мы с вами были заперты в одной ванной, и вы бы говорили на французском, а я на английском. Если бы я могла сказать что-то компании «Морской мир», я бы сказала, что я очень ценю, что вы решили прекратить программу разведения касаток. Это здорово. Это шаг в нужном направлении, но этого недостаточно. И пришло время опустошить бассейн. Освободитесь. Помогите освободить касаток из компании «Морской мир».